Ну, я пришел уже, собственно говоря, к гриферу. То есть я с ним договорился встретиться. Его зовут Витя, мальчик такой. Это его квартира. Вот, я в подъезд приехал, если как увидите. А, как, звонка нет, что ли? Нету, значит, стучать надо, давайте. Постучим. То есть у меня с ним встреча. Он знает то, что я приеду и буду снимать. Вот. Здорово. Здрасте. Это кто такой? Я приехал... А вы не Витя, да, как я понимаю? Нет. Просто я антигрифер шоу снимаю. Я договорился вот с Витей, мальчиком таким, в скайпе, что я приеду к нему домой, и мы типа отснимем сюжет, как бы, что он там извиняется и прочее такое. Ну, это мой брат, и что? Че он за... А, то есть все-таки здесь живет Витя, он меня не обманул. Ну, он, понимаете, он на моем сервере, Сержу Крафт, загриферил дом. Вот, а это запрещено, понимаете? Ну это же ничего плохого, это просто игра. Ничего в этом плохого нет. Не, ну ничего там плохого нет, я понимаю. Но я как бы ничего плохого за это не делаю. То есть просто я пришел снять, чтобы он извинился, понимаете? Он все равно жизнь игрокам портит, так нельзя делать, мне кажется. Мне кажется, ваш брат виноват. Что он начал делать, я не понял. То есть есть... Вы в Майнкрафт не играете, что ли? Нет. Ну есть в Майнкрафт сервера, там люди играют. И вот люди строят свои дома. И он сломал дом, понимаете? Давайте. Можно, да? Да, можно. Давайте. Так. Витя, где тебя зовет? Вот квартирка. Витя. Витя, идем. Витя, ты не бойся, я пришел снимать. Что такое? Ты что творишь? Ты дурак, что ли? Ты что делаешь? Пришел, блядь! Ты что стреляешь? Ты что, дебил, делаешь? Ёб! Ты чё, хорош? Ты бежишь, что ли? Хорош! Нет! Ты чё, хорош? Да ты чё, я больше не приду к тебе! Блин, чё? Чё, дружище, блядь, камеру вырубил даже. Чё такое? Слышь? Чё такое? Ты кто? Бля, подожди. Там пацан стрелять начал, прикинь. Какой пацан? Куда стрелять? Я тебе говорю, там пацан стрелять начал. Какой пьяный. Что подожди, сейчас? Ты туда идешь? Ты там живешь? Да. Люди ходят, осторожно, погоди, надо их предупредить. Там пацан, короче, я приходил к нему, он стрелять начал, с ствола я убегать начал. У меня же камера сейчас об тебя вырубилась, я снимать прекратил. Ты какой? Ты где же? Ты в каком этаже? На пятом. Вот, на пятом он начал стрелять. Сосед, какой, что ли, твой? Какой? Там брат Вити есть. Ну? Ну? В смысле, стрелять? Куда стрелять? В меня стрелять начал с стола, понимаешь? Парень, тебя как зовут? Полицию можешь вызвать. Я тебе не шучу, ты мне веришь вообще? Я тебе сейчас запись могу показать. Да верю. Давай полицию вызовем. Да. А как там, 02? Да, давай вызывай, что. Ребята, если хотите продолжение, ставьте лайки. Сейчас будем вызывать ментов. Так. И будем... Я так это не оставлю. Давай. Звонишь, да? Да, звоню. Все.